Я, Жмут Сажинбек Темирбекович, гражданский активист, город Астана. И как гражданин Республики Казахстан, как патриот и как тот человек, которому не безразлична судьба моей страны. Требую отставки Назарбаева, Н.А., его семьи, Дариги Назарбаевы, которая хочет стать президентом, но не получится. Касым-Жомарт Токаев, которого я не выбирал и выходил на митинги 9 июня против это псевдовыборов. Отставки. Требую отставки Карима Масиму, всех министерств, всех высших эшелонов, в кавычках, власти. Убирайтесь. Вы нам надоели за 30 лет. Вы задолбали нас уже. Вот здесь вы стоите. Убирайтесь из нашей страны. Сейчас просто, как гражданин Республики Казахстан, требую, чтобы вы ушли в отставку все. Не надо нас пугать чем-то всякими ответственностью. Может быть, 2 года назад вы еще могли напугать, сейчас вы уже не напугаете. Нас миллионы. Миллионы, которым уже надоела ваша власть. Может быть, сейчас на данный момент не все там миллионы высказываются, но сейчас мы наберем. Мы наберем людей. И людей будет больше. Людей будет больше требовать. И я один из них, я, гражданин Республики Казахстан, не нарушая Конституцию, требую отставки президента Республики Казахстан, так как я недоволен, я как владелец, я как власть, недоволен слугами народа, которых мы как бы не нанимали, но они сами как-то залезли менеджерами. Вы не справились со своей работой и требую вашей отставки. Алга, Казахстан. Ну, я вам следующее скажу. Я родился в городе Аркалыке, и Назарбаев один рочек тампера закрыл Тургайск область. И мой город Аркалык развалился, нам пришлось бежать оттуда, бросать квартиру. Здесь город Аркалык ненавидит этого Назарбаева, потому что и тогда я в детстве Я объясню. Тогда я понял, что с таким президентом у нас будущего не будет, когда я ребенком был. В Атбасар переехал, то же самое разруха. Ну, думал, ладно, успокойся. Учился в университете, опять та же самая, пропаганда Нуратана, ты должен только Нуратан отсюда. Ладно, терплю, в армию попал, там опять беспредел. Ладно, уже пришел в госслужбу, поработал в центре занятости. Я понял, что в центре занятости ничего не решается, ни один госслужащий мелкий, там даже Аким области ничего не может решить. Я понял, что только Назарбаев решил. И вы что думаете, я должен любить это все? Да надоело всю эту разруху терпеть. Терпел, надоело, все терпеть. И прошу, чтобы каждый гражданин Республики Казахстан тоже понял, что надо, не надо терпеть уже, все. Хватит терпеть и ждать. Чего-то. Ничего не произойдет. 30 лет было. Ничего не изменилось. Развалился Казахстан. Где-то я терпеть уже устал. Кто-то может еще терпеть устал, но боится что-то. А я уже устал просто бояться. Извините, я уже устал терпеть. В общем, просто мне все это надоело терпеть, и я решил выходить на митинги.